Яркие, творческие, талантливые. В актовом зале администрации собрались лучшие из лучших. На церемонию награждения пригласили 15 воспитанников учреждений доп. Образования, которые в прошлом году стали победителями и призерами престижных фестивалей и конкурсов. В начале церемонии с приветственным словом к талантливой молодежи города обратился Алексей Сафонов. Конечно, путь к победе никогда не бывает простым. И я понимаю, как много пришлось потрудиться. Были неудачи, были падения. Но чем хорош столь юный возраст, это то, что нельзя унывать, нельзя бояться ничего. Да, сегодня не получилось, но завтра получится в два раза лучше. Поэтому особое уважение тем, кто не отступился, кто продолжает двигаться вперед. Также глава города поблагодарил родителей и педагогов, которые вносят весомый вклад в формирование талантливой и активной молодежи Сарова. Затем Алексей Сафонов вручил ребятам благодарственные письма и смартфоны от администрации. Юные саровчане реализуют себя в самых разных сферах. Поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, рисуют, занимаются рукоделием, участвуют в жизни города. Этот список можно продолжать еще долго. Многие ребята неоднократно становились героями наших репортажей. Я занимаюсь баяном уже давно, с 5 лет. Много на конкурсов побывал, выиграл много конкурсов. Спасибо организаторам то, что поздравили меня. Я буду стараться дальше выигрывать и побеждать. Я учусь в детской школе искусств. И за последние 2 года я стала обладателем 4 гран-при международных конкурсов. Последний из них – гран-при был в Амстердаме. Завершили торжественную церемонию коллективной фотографией. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.